Фамилия, имя, отчество. Вознесенский Андрей Евгеньевич. Число, месяц, год рождения. 60-го года рождения, 25 ноября, город Ленинград. Уголовное прозвище имеется у вас? Хобот. Вор в законе. Ну, от вас ничего не утаишь. Понятно. Когда, где отбывали наказание, когда освободились? Отбывал наказание в Бурятии, освободился с верхнеуральского тюремного режима, 4 года 4 месяца, освободился 15 ноября этого года. По какому адресу сейчас зарегистрированы? Можайск, поселок Строителей, дом 1, квартира 8. На какие средства будете сейчас существовать? В старое время в казино выиграл, до сих пор гуляю.